Хорошо, начнем с рейтинга. Подзабил я на вот эти вот награды, как-то смещаемся по рангу. И хрен на него. Угу, вербовка, новую дипчули добавили. Харпер. Реально, игра скатывается в Геншин, по-моему, какой-то. Почему вот эти вот награды, блин, бесплатные не могут немножко повысить? Ну, какие там 5000? Алло. А. Ну. Нужно больше подгрузок. А, видимо, какой-то новый ивент, либо что-то связано, хотя я не вижу. Это, видимо, новая фишка какая-то добавилась, потому что нету срока действия. А, интересно. Ну, до нее мы дойдем, понятное дело. Арена времени у нас 0. Ладно, здесь стандартно. Все ключики обязательно скупаем. Что-то новых вещей я не вижу, чтобы добавили. Топовая песня. Ну, после подгрузки еще какое-то время мы не можем банально использовать ничего. Ого, левел ап. Значит, добавили, видимо, кап, да. Хай-хай. А, видимо, за левел ап, да. Видимо, до 90 уровня, как они и говорили, добавили, расширили, точнее, кап. Это хорошо. Прикончены эти подгрузки. Угу. Смотрим, что у нас тут. Тут у нас ничего такого нового я не вижу. Давай по левелапам. Несерьезно, они дают вот эту одну хрень на 90 уровне. Очень слабо вот эти вот награды с достижения левелапа. Так, по гильдии сразу пробегусь, посмотрю, что у нас там. Что обещали какие-то пассивки. Иконка на этой дзяне. Так вызывать, хорошо. Три места у нас, кстати, еще есть. Я освободил вчера, поэтому можно, кто хочет, пускай вступает. Красный брак, да. Здесь у нас все стандартно. Ага. Хорошо. В мини-играх есть ли смысл башни из танков?
Надо просто играть. Ладно. Угу. Подбираемся потихонечку. Да, вот способности. Хорошо. О, очки гильдии 4. Что за повышение так урона всего? И где оно повышается? Управление? Где? Мы можем таким вот образом качать.
меняться каждый четверг. Разделено на 20 уровней. Доберемся еще до них. Новые боссы добавили. Ледяная ведьма Бест и Кайселил. Новые охотники, эксклюзивное оружие. Угу. Тоже посмотрим. А тогда не, видимо. Розыгрыш повышения ставки шарлотта начнется после 19 сентября. Двух девок снова добавляют, короче. Новый костюм опа. Некоторых охотников есть Сон Джин Ву. На Мейлин Фишер. Это стандартные костюмчики. Новая тень. Биг Рок добавлен. Что нужно повысить? Сложность. Увеличение урона от базовых навыков для всех членов команды. Да, до 90 уровня максимальный уровень. Истории в архив мы видели, новую функцию улучшения системы гильдии. Новый навык гильдии. Так как получать его? Если можно управлять навыками, повышать уровень навыка с помощью очков, полученных в гильдии при повышении уровня гильдии. Используйте камни сущности, чтобы забросить. Прикольно, одно очко навыков за каждый этот уровень гильдии, так это жесть. Это сколько нам надо, чтобы навыки прокачивать? Черт, как-то бесполезно.
Так, и снова гоблинсы. Не надо было тени вызывать. Ну, да ладно. Это не особо статья. Ну, нажмись. Работников запрягли. Тут 30-й так и остался. Ладно, ну пошли по другим немножко пробежимся, посмотрим. Опа! Хорошая картинка, кстати, красивая. Угу. 731 ГС. Охренеть. Но 75-й, а не какой-то там 78-й или какой там шмотки все стандартно. То есть, есть ли смысл? Учитывая то, что до такого ГС мы хрен тоже дойдем. Тут пятихатка и две шмотки. Интересно. Ну и новый персонаж. Вот этот. Идти до него. Давай посмотрим, пробежим. Новые персонажи — это всегда хорошо.
Третий удар, конечно, выносит нам немножко урона. Странно, 9 уровень должен вроде бы уже 3 шмотки давать. Понятно, что произошло. А, где мои 40%? Писали, что там 6 можно проход за раз, но что-то как-то не увидел я. Тут надо ждать ее атаку, чтобы потом... А, можно и так просто шотнуть ее. Можно было именно ждать, когда он там пролом будет требовать. Окей, тут-то... Ну, нифига себе. Поменялся паттерн босса. Произошло? Где? Прикольно, прикольно. Ладно, тут у нас... Ага, вот. Новый бусик. Побежим. То же самое в целом. Больше грузится, чем убивать мы будем.
вдруг я увидел ее на мосту, девушку с виду лет 20. Ее камень на шее тянул пустоту. Она пела грустную песню и стояла у края моста. Я сказал ей: не делай шаг бездну, ты исчезнешь сейчас навсегда. Жуткой ночи прошел ровно год. Седьмой уже, хорошо. Интересно.
привыкать, конечно, к этому сету не стоит.